Обычный поворот я беру замах противоположный от вращения в сторону. То есть мы поворачиваемся направо, я делаю замах налево. То на обратном повороте происходит все наоборот. Я делаю замах в ту же сторону, которая нога у нее свободна. И крутить я буду ее не под рукой, а наружу. То есть у вас, девочки, здесь добавляется маленькая сложность в том, что вам нужно эту ручку держать вот конкретно плечо, лопатку опустить вниз и держать здесь тонус. Потому что если вы ручку расслабите, она у вас завяжется за голову и потом за шкирку у вас будет поворачиваться. Два, три. А что нужно? Как только идет давление, пламя срабатывает, сопротивление. Рука не сгибается, за счет этого она чувствует импульс, спокойно поворачивается на обратный поворот. Вот. Для парней. Первое. Я даю ей маленький замах. Маленький. Если там сильно, она уйдет. Маленький замах. И дальше, первое. Я задаю ей направление движения. Куда она двигается? Она двигается. Ей надо двигаться вправо, в мое право, в ее лево. Соответственно, первый шаг – это продвижение. И дальше мы ее уже крутим. Если не задать направление, она начнет сразу крутиться на месте. Оп, и потом крутим. Поехали.